Привет, друзья. Приступим. Давайте шаурму порежем. О, что-то у меня икота, короче. Так что не обращайте внимания. Если получится, конечно. Такая вот креветочка. Все эти дела у меня вышли на 970 рублей. Там скидка была. Ну, как скидка, это бонусы, которые у меня накоплены, я их потратил. Со свининой удал. Вода как-то. Блин, я есть так хочу. Вчера ничего не ел практически, кроме чеснока. И льняного масла. Люксово. Начинается шиза. Что-то травы столько. Папоротников. Креветок, естественно, мало. Цезарь с креветками намного вкуснее, чем с курицей.
А вот только шавуха. Шавуха с курицей. Корейская это морковка. Капуста, что ли? Угу. Свинина классно сделана. Но в этом соусе. Супер. Соус не помню, как называется. Поначалу мне он показался острым. Сейчас вроде нет, нормально. С голодухи так кажется. Кофе-чемба. Давненько не пил. Ну как давненько? Не... Это все чаемба просто. Сегодня приходите на стрим, на пятничный. В 18:00. Цезарь сюда вот. О.
но это очень сытно. Я еще думал что-нибудь на десерт взять сладкое. Сейчас понимаю, что правильно не взял. Еще немного огурца есть. И помидор. Почти классика, да. Если бы не корейская морковка. И капусты немного. Все, наелся. Спать хочу. Ну, поспать не получится. Надо делать дела великие. Куча дел. В общем, все, друзья. Прием пищи был просто люксовый. Просто на высоте. Просто бомба. В общем, как всегда.